кстати, льет из этого, из этой канализации. Уже давно льет. Представляете, уже полтора месяца льет. Вызвали этих, да, приехали, что-то делают. Делают. Сюда, здесь не копают. Службы, да? Коммунальные службы приехали, да. Мы не поймем, почему здесь они не копают. Копают там. Мы обрадовались, что приехали, все делают. Но ничего не происходит. Уже сейчас наш подвал затоплен. Запах идет, не знаю какой. Мы уже, представляете, у нас ни детей куда-то поставить здесь, ни гулять, ничего. Что такое творится, мы не поймем. Никто не хочет с нами заниматься. И вы это обращались, наша УК. Ничего не делают. Что делать нам теперь? Мы не поймем, к кому обращаться. Не то специалистов у них нет. Пусть обратятся еще к каким-то специалистам, еще найдут, которые понимают. У них даже... Рабочая компания заниматься не стала. Ну, мы не поймем, кто приехал. Посмотри, там, вон, сколько делают. И давно уже делают. Ну, приведите специалистов нам. Пусть посмотрят в подвал и зайдут. Сюда зайдут пусть. Это что такое творится? Это длится с прошлого года. С прошлого года течет. Постоянно, ну, с июля месяца. Да, но течет вот уже как-то. Уже месяца, и подвал, да? Все затопило. Вот что. Вот сейчас, главное, то оно проходит, что-то они сделают, вычистят. А вот это мы уже сами сделали, чтобы вода не пошла нам в подвал. У нас, как его, труба... Да, этот молоток уже сами, года три назад у меня муж занимался, и сделали лоток туда, чтобы вода пошла не в подвал, а сюда. И опять, все равно эта канализация течет. Откуда она течет? В свое время, я знаю, дренаж не сделали по этому дому. Вот эти гаражи внизу вообще не должно быть. Там должен быть дренаж, где должна вода уходить из канализации. Никто ничего не сделал. А вот недавно рухнул дом в Астрахани, да? В Астрахани, да? Вот мы недавно читали. То же самое происходит и с нашим домом. Ведь то же самое потом. Что будем делать? Еще хуже произойдет все. Ну что-то надо предпринимать. Помогите нам. Ну, слезно прошу. Уже весь дом. Вот. Весь дом просит, пожалуйста, что-нибудь сделайте, приведите нам специалистов. Что делать нам, жителям? Некуда обращаться уже, пожалуйста. Спустили, тут вода вот стояла, спустили, но туда не пройдешь. Наташа, ты как дом ориентируешься тут? Да. Да спустили воду, говорю. Спустили? Ну вот, мокрое все, видишь? Это вода у нас какая-то есть вчерашняя. Вот здесь все в воде стояло. Вчера, позавчера здесь все в воде стояло. Фотографии есть вчерашних. Вот отсюда лилось, вот отсюда залива шло. Вот оно размывало все здесь.